А от як самі росіяни відреагували на марш Пригожина? І чому переговори з терористом вів інший диктатор Лукашенко? І чи це кінець історії? Відповість на ці питання ми попросили Геннадія Гудкова, російського опозиціонера, полковника ФСБ у відставці. Пропоную послухати. Головне питання, що за цирк ми вчора спостерігали між Путіним і Пригожиним? І головне, чи це останній акт цього спектаклю? Ми совершенно точно розуміємо, що Пригожин виторговував якісь умови, що єдиним зрителем, для якого він організував весь цей мятеж, це був Путін. А він мог взяти власть вчора, якщо б захотів, але не захотів. Таких, видимо, планів у нього не було. Поэтому сейчас распространяется куча целых конспирологических версий, что это было. Но похоже, что итогом этого рейда на Москву, он был настоящий. Он не был каким-то там карикатурным. Там все было по-взрослому. Все готовились, Путин сбежал. Многие сбежали, испугались реально. Но Пригожин дальше не пошел. И вот похоже, что итогом этих двух дней является первое. Полной дискредитации Путина. Режим гнилой, Путин трус, слабак и готов в любой момент сбежать, бросить свое окружение всех кремлевских обитателей, лишь бы спасти свою шкуру. Это первый вывод. Второй вывод. Похоже, что Пригожин слил Вагнер таким образом. Похоже, что он использовал его для того, чтобы выторговать для себя условия какие-то и слить Вагнер. Теперь Вагнер, по всей вероятности, войдет частично или полностью в состав какого-то подразделения вооруженных сил. Третье. Он полностью уничтожил этих генералов, я имею в виду Шойгу и Герасимова, потому что у них имидж теперь предателей, трусов, негодяев, подлецов и так далее и тому подобное. Пригожин, конечно, не лучше, но тем не менее он обнулил их имидж полностью. Армия таким образом деморализована. Удар по режиму нанесен колоссальный. Вот. Ну и, наконец, я думаю, что он действительно, это что-то там не закончилось. Я думаю, что сейчас там будут брожения и какие-то процессы идти неконтролируемые. Я думаю, что это начало конца путинского режима. Яким чином у всей цій історії опинився Лукашенко? Який його інтерес і чому сам Путін відмовився вести переговори з Пригожиним? Путін просто дурак. Потому что если бы он хотел, он бы решил этот вопрос одним телефонным звонком и разговором с Пригожиным напрямую. Просто он, я не знаю, то ли возомнил о себе слишком много, то ли испугался до такой степени, что потерял дар речи. Сложно сказать. Лукашенко перепугался, потому что вы же видели, как только началось продвижение колонн Вагнера к Москве, в московских тюрьмах пошел бунт. Везде пошли бунты, пошел переход на сторону Вагнера. Народ там где-то кое-где начал скандировать «Вагнер, Вагнер», аплодисменты и так далее и тому подобное. И Лукашенко испугался, что как только путинская власть будет потеряна, то его власть будет потеряна еще быстрее. Я думаю, что он кинулся к Путину, сказал, что он готов выполнить посредническую функцию. Он выполнил ту работу, которую должен был Путин сделать накануне вот этого движения Вагнера к Москве. Он, по сути дела, вступил с ним в переговоры, ну, от имени Путина, конечно, от имени Путина. Ну, вот, собственно говоря, Лукашенко сыграл здесь роль человека, обеспокоенного в первую очередь своей судьбой, а потом же всем остальным. Потому что, естественно, под Лукашенко начала бы сразу гореть земля, и он бы был бы свергнут немедленно, даже быстрее, ну, практически одновременно с Путиным. Дякуємо, Геннадій.